Так, ребят, время 4 утра, Камчатка, понедельник, июль, перекресток. Жду, короче, Семена для того, чтобы поехать. Сейчас будет ответственная съемка. Фулкам, батя. Сегодня не спим, сегодня снимаем вертолеты и разные классные красоты Камчатки. Постараюсь показать, как это делать. Здесь что, дрон? Здесь и дрон. Так, ладно, идем, короче, в ангар. Можно поставить борт, все оценять, да? Потом они собрались, и потом я запустился, они дроном поработали, я сел, ты сконтролировал. Вот надо как-то решить тогда. У-ля-ля. Короче, вот, да, вот такой вертак. Сейчас снимаю вот здесь, наверное. Пока солнце не встало, потому что солнце будет вставать как раз таки из-за вулканов. Вот там. И очень классно будет бить сюда. Сделали первую остановочку. Как бухта дальше у нас? Бухта Моржовая, собственно, персоной. Вот такая. Чтобы побывать в таких местах, нужно либо иметь свой вот такой вертолет, либо знать вот тех ребят. Вон они стоят. Контакты, если что, да, обращайтесь. Здесь у него норы, и вот он там живет, конечно же, не обидим. И срочно улетаем, чтобы его больше не тревожить. Оп. Короче, бухта Моржовая. Заброшенный корабль здесь есть. Не знаю, почему он так называется, не спрашивай меня. Я хочу сразу же спросить, почему так называется. Получается, кроме вертика, мы как сюда можем еще попасть? Ну, скорее всего, можем прийти на лодке какой-нибудь. И все. Хочешь, пешком найдешь. Короче, ребят, такая тема. Сейчас пойдем с Семеном на локацию для того, чтобы снять, как вертак взлетает и как садится. Задача снять одновременно дроном и камерой. Такая история, что я всегда думал, что я много чего поснимал уже на Камчатке. Я оператор команды Enjoy, и мне в этот раз посчастливилось полететь на тестовом полете Еврокоптере. Вылетели мы в 5 утра, это как раз режимное время, рассвет. И когда солнце встало, я подумал, что я увидел просто все вообще. Что сегодня уже в полете, ничего круче этого быть не может. Фактически за день мы облетели все топовые места Камчатки. Своими глазами увидели 16 вулканов. Летаем, тестируем новую машину. Это Еврокоптер ES-130. По новому маршруту сегодня полетели вдоль восточного побережья Камчатки. Сейчас прилетели. Центральный район, Ключевской парк. Смотрим, как машина себя ведет на этих высотах. С какой скоростью, скороподъемностью она работает. То есть это не стандартный туристический маршрут? Это абсолютно эксклюзивный маршрут, который не найдешь, наверное, в буклетах туристических. Перевал средний между Ключевской сопкой и вулканом Ушковский. Сюда как бы не дойти пешком, а на машине можно даже не пытаться ехать. Задача была максимально отснять вертак и отснять маршрут, по которому мы двигались. Каньон реки Студеной, сделали здесь небольшую остановку и сейчас движемся дальше. Уже посмотрели 14 вулканов, осталось еще 2 и потом двинем до дому, надеюсь.
самых важных локаций вел с открытой дверью. Первые разы довольно стрёмно, но если смотреть только в монитор камеры, то на какое-то время перестаешь думать о том, как ремень расстегивается, и ты полетаешь какие-то пару километров вниз, и твое тело разбивается в дребезги. Снимал все на 16-35, 2.8, G-Master, Sony. В который раз порадовался этому ширику и понял, что такой зум просто обязан быть в коллекции любого оператора. По сути, весь день я снял на этот объектив. Вулкан в непосредственной близости даже на 24 мм узковато. Вертак не трясло, стаб не пригодился, все снял с рук. Матричный стаб в FX3 походу дает прикурить даже панасониковскому кропу. Вообще из нужного можно было полынь не брать. Как всегда на важные проекты я максимально загружаюсь, а использую одну камеру и один объектив. В этот день было 9 часов полетного времени, это значит, что 9 часов вертолет находился в воздухе. Посадки и выключенные двигатели не считаются. Совершали две дозаправки и домой вернулись уже когда стемнело. Конечно же, такой тур невозможно осознать, и эмоции под конец дня перекрывала усталость. Вулканы перестают удивлять, и тебе хочется просто выйти из машины и лечь спать. Именно поэтому такой тур никогда не предложат клиенту, а разобьют его на 3-4 дня. Сделали еще одну остановку, граница с Кронотским заповедником. Вулкан Кизимин. В 2012 году был свидетелем его извержения в непосредственной близости, когда работал государственным инспектором в Кронотском заповеднике на кордоне Ипуин. Зима, пиропластический поток, выброс, все дела, пепел. Очень страшно, очень эффектно, но прикольно. Немного не весело, конечно, но было интересно. Вот, вулкан Кизимин, пожалуйста. Думал, что на Цесне самое крутое. Но на Цесне не открываются иллюминаторы. Не открывается, да. Когда ты, честно сказать, я знаю, что я пристегнут, мне все безопасно, но просто вот это вот ощущение, что на 4000 метров ты открыл, у тебя вот здесь пропасть. Это, конечно, страх вообще. Не рекомендую делать, на самом деле, все это в один день, потому что просто ощущения накладываются одно на другое, и ты в один момент... В один момент ты просто плывешь, ты не понимаешь, что тебе все дают эти вулканы. Поэтому сейчас полетим и еще парочку вулканов посмотрим, и поедем монтировать все это.